Приветствую, дорогие друзья, с вами Мин. В сегодняшнем видео я хотел бы поговорить о раскидах, подсказать некоторые вещи и подсказать очень классные вещи, которые вам очень легко помогут выучить смоки. Вот. Начнем с первого. Ссылку на бинды я оставлю в описании, вы сами зайдете, почитаете. Когда... Я, в принципе, объясню это позже, оставлю ссылку. И ссылку на скачку специальной карты для обучения смоков тоже оставлю в описании. Сразу предупреждаю, что автор карты сделал Мираж, Бомбсайт, Эй. Потом кэш, полная раскидка как за террористов, так и за КТ Инферно. И все вроде бы. Давайте сразу приступим. Так, я все уже скачал. В принципе, все подготовил, все забиндил. Скачем ВК. Скачали вы карту. Вот она, в принципе. Единственное, что вот на кэше там все смоки, по-моему, дают автоматически. А вот, вот тут на Мираже нужно прописывать SV-Cheat-1, биндить клавишу, на клавишу смоки, чтобы при нажатии вам давало. Я, в принципе, вам все быстренько расскажу, объясню. И это видео, в принципе, не займет у вас слишком... слишком много времени для изучения раскидов. Вот, ждем просто загрузки карты. Так, заходим за террористов. Первым делом, что вам нужно, это нам будет сейчас нужно, прописываем св, так, св чит 1, и дальше прописываем вот такую команду. Это вы найдете в биндах. Тут вместо двойки вы прописываете ту на клавишу, на которую вам нужно замбиндить. К примеру, у меня это F8, да? И я вот прописал F8. Все, у меня есть бинд. Итак, это специальная карта для изучения смоков на бомбсайт А на Мираже. Все тут очень просто. Берем смок и изучаем смоки. Подходим к зелененькой, включая, нажимаем буковку Е, и вам показывается стрелочка, куда и что и как кидать. Стали. Кинули. Пробежали, глянули. Смок положился, все правильно. Вот тут смок этот капризный очень, и... Может быть, не всегда получается, как альтернатива. Можете из присядки кидать, но он у вас не очень получится. Либо, чтобы дать на сети, тоже неплохой смог. Вот отсюда. Стали вот на уголок. Смотрим балку. Видим эту балку параллельно ей. Чуть-чуть вперед надо пройти, так сказать, упасть. Но при этом успеть кинуть смог. И также дать смог на сети. То есть стали на уголок, прошлись. В этот момент, так сказать, нужно ставить тайминг, как вы падаете, и в этот момент кинуть смок. Далее второй смок у нас Jungle and Connector смок. Смок, который закрывает коннектор и халупу. Берем. Я просто включаю подсказки для того, чтобы вам было понятно, как что их занимать. Стали на предпоследнюю балку, я их просто называю балки, там, кто не знает, кто деревяшки, кто как. Стали в упор, посмотрели вот сюда, вот параллельно этой, вот так навели, вот где-то, ну, к примеру, можно вот тут чуть-чуть, вот так, кинули. Смотрим. Видите, он упал, ну, вот тут бывают такие щельки, ничего страшного. Ну и, в принципе... Последний смок на сегодня, это смок на голову. Это мы выключаем, а вот этот мы включаем. Стой. Вот. Для того, чтобы его правильно кинуть, залазим на первую ступеньку. Вот так в упор смотрим. Вот стали. Не вот так, ну просто вот посерединочке взяли. Смотрим на верхнюю деревяшку. И находим, сейчас я вам покажу, не именно то, что вот сюда... находим вот такие две вот эти такие точечки, там, херни, в общем, вот эти обоссанные. Стали вот, взяли деревяшки и на уровне вот этих вот так вот,
Вот так посрединочке ставим и кидаем смог на голову. Смотрим, четко упал смог. Что ж, дорогие друзья, думаю, это видео стало для вас полезным. Также и станет полезна вот эта карта, станут полезны бинды. Вы, в принципе, начнете кидать хорошо смоки, не теряться, не фейлить. Важный смог, возможно, зарешает катку. Вот. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всего хорошего, дорогие друзья.